Ну что же, здравствуйте, мои маленькие любители гальванизма и просто ручной работы, а также любители покупок на AliExpress. Сегодня у нас довольно-таки необычный сюжет будет, а именно я вот получил такой подарок от своей супруги. Подарок from China, от китайцев, соответственно. Вот, и уже его распаковал, к слову сказать, уже даже перебрал. Говоря простым языком, это у нас аккумуляторный аэрограф. Вообще его используют в маникюре, для работы с маникюром и даже для работы кондитера. С тортами там какие-то выполняются работы и так далее. Но это все, конечно, красиво выглядит, но в моем случае он необходим для первичного покрытия лаковым слоем. Как украшений из природных материалов, выполненных методом гальванопластики, так и, собственно говоря, природных материалов перед гальванопластикой как таковой. Соответственно, вот, например, сегодня вот утром шел по улице, нашел такой вот лист. Мы его сегодня будем тестировать. Он уже полуразложился, он уже такой осенний. Вот. Правду говорю. Здесь у нас специальный лак. Здесь у нас обезжиривание. Ну и что значит, что хочу сегодня сделать? Хочу, во-первых, конечно же, протестировать данный аэрограф. Я, как уже повторюсь, его перебрал. Получил его только вчера и тут же перебрал, потому что понял, что у него совершенно другая система, отличная от классических аэрографов. А именно, отсутствует прежде всего ниппель. То есть ниппеля у него здесь нету. И, соответственно, когда мы подключаем сам компрессор с аккумулятором, он вот так вот здесь вкручивается. Когда мы его подключаем, прикручиваем сюда, момент, и нажимаем кнопку, воздух идет постоянно, но подача краски будет идти только при нажатии, как слышно по звуку. По регулировке у него все то же самое. Игла там где-то, наверное, 0,2 мм, насколько я это вот замерил. Точность, так сказать, своего штангель-циркуля. Вот, значит, и что получается? Я его еще даже не заряжал. Что входит в мои планы? Я думаю, наверное, сегодня вот используем вот этот вот самый маленький бачок. Прикрутим его. И попробуем залить в него лак. Я этот лак принципиально не развожу, какой есть, такой есть, потому что для меня важно знать, насколько это возможно, насколько это реально, работать именно с неразведенным лаком, вот, именно вот то, что я использую уже много лет, скажем так, вот, стало быть. Соответственно, сначала, наверное, чтобы, не дай бог, не запороть новое украшение, он уже покрыт, вот этот вот кулончик, он уже покрыт лаком акриловым, глянцевым. Но у меня есть желание, конечно же, проверить этот лак, протестировать его. Поэтому я пока что вот обезжирю поверхность. Даже, можно сказать, немножко притравлю слой того лака, который уже здесь нанесен. Для этого нам понадобится салфетка, изопропиловый спирт. И я ее просто протру. Таким образом идет обезжиривание и немножко подтравливание того слоя лака, который здесь уже нанесен, который, в общем-то, нам и не нужен. И пока отложу в сторону. Значит, вот. Далее. Ну, все лишнее, соответственно, мы убираем. Я не буду ознакомливать, наверное, вас с комплектацией. Ну, хотя, если интересно, ознакомлю, что здесь у нас есть. Помимо того, что шнур зарядки, я так понимаю, еще даже не проверял. Здесь уже встроенный блок с индикацией вот сюда вот. Просто пока не было времени проверить. Это защитный колпачок, одевается на нос аэрографа. И еще помимо маленького бачка, два бачка вот такого формата. Пластиковый, прозрачный, средний размер и довольно-таки крупный. Потому что я заметил, что заливая туда, тестируя жидкостью, что она очень быстро тратится, очень быстро расходуется. У меня есть аэрограф профессиональный, то есть с ниппелем, все как положено для больших масштабных компрессоров. Там нет такого, что прямо вуш, махом, и нету лака. Не замечал такого. Поэтому будем тоже этот момент тестировать, мне очень даже интересно. Может быть, даже я зря
напялил вот этот бачок, потому что здесь не виден будет расход. Ну да ладно, попробуем выкрутиться таким. Просто не хочется, вдруг, не дай бог, если все-таки лак этот будет густоват, не дай бог он не пройдет, сопло не пропустит, то придется все начинать сначала. Вот, поэтому что? Убираем все лишнее. Коробка нам здесь не нужна сейчас, в данный момент. Протестируем сначала на листе. Натуральный природный материал, это тоже необходимо знать, потому что любой, так скажем, гальванист знает, что первично природные материалы, органика, она должна быть обработана каким-то защитным составом для того, чтобы не взаимодействовала с электролитом гальванического меднения. Вот. Вот такие тюбики, обожаю их, это все медицинские. Они, в моем случае, многоразовые, здесь у меня хранится лак. Я просто беру его сюда и заливаю. Вот так вот чуть-чуть. Ну, закручу крышкой, как уж положено. И сейчас мы будем смотреть, насколько вообще интересно, все-таки на лаке отрегулировал я этот краскопульт или нет. Включаем. Как видно, идет чисто воздух. Значит, даже выбрызгивался лак. Смотрим. В общем-то, лакирует. Не знаю, видно на видео или нет. Ладно, вот он заблестел. Посмотрим, сколько у нас осталось самого лака. Надо вот этот потуже затягивать колпачок. Здесь, конечно, резьбовые соединения все идут через прокладочки. Даже, в общем-то, само сопло внутри, куда игла заходит, перекрывает собой проход, он не на резьбе, как профессиональных аэрографов, а просто на ниппеле придавливается вот этой вот крышечкой-заглушечкой. Что не очень хорошо. А, ну вот, как видно, уже все пусто. То есть вот такая вот система получается. На удивление. Хорошо, зальем еще партийку. Вот, залил побольше. Закрываем. Сейчас еще немножко потренируемся на листе. Листья, конечно, мне стоило тоже обезжирить, потому что он только после снега, после льда, только вот оттаял. Смотрим, что у нас остается. Лак еще есть. Да, для такого, конечно, сопла нужна вытяжка. Тут однозначно, я надеюсь, я не запортачу себе телефон и камеру как таковые. Я же, наверное, немножко для безопасности подальше с камеры. Вот, ну что, попробуем тогда протестировать кулон. Покрыть его непосредственно. Этот лак по факту не совсем глянцевый, но в принципе я вижу, что наносится довольно-таки неплохой слоечек, если открывать на полную. Кстати, таким макаром еще получается невольная просушка, если вот, допустим, не нажимать на сопло, то получается лак-то еще и просыхает, подача на него воздуха происходит. Так, обратную сторону. Конечно, очень непривычно после профессионального аэрографа, где в случае ненажатия кнопки воздух сюда вообще не проходит, и компрессор выключается, соответственно. Вот, в общем-то, вот так вот. То есть, в принципе, вот видно, хороший такой плотный слой лака наносится.
Получается, что данный состав, он уже достаточно разведен, вот этот вот лак, который у меня имеется, он уже достаточно разведен для того, чтобы его использовать без добавления каких-то там иных компонентов, скажем так. Что большой плюс, в моем случае особенно. Вот, что у нас здесь, смотрим. Тут еще достаточно лака, на этот раз я прямо хорошо налил, поэтому придется его применить куда бы то ни было. Ладно. Теперь убеждаюсь, что нужна вытяжка, если я хочу в этом вот, кто помнит, это вот бывший мой лайтбокс первый. Если я хочу в нем лакировать, мне надо будет придумать какую-то систему вытяжки, то есть какой-то вентилятор встроить и трубку, и вывести ее, если я буду это в помещении делать. Вот, тут без вариантов. Не совсем видно, конечно, но да ладно, сейчас. Да, к нему надо приноровиться. Вот кто захочет покупать, однозначно, к нему надо приноровиться, потому что постоянная подача воздуха очень, ну, непривычна. Но, по крайней мере, работает. Все, готов, кажись. Да, похоже, батарея разрядилась очень вовремя. То есть, вот, он, в принципе, был полуразряженный, скажем так. Сейчас я погляжу, сколько там чего осталось, во-первых. Да, конечно, он вовремя разделился, но мы сейчас попробуем одну фишечку сделать. А, так, что у нас здесь осталось? А, чуть-чуть осталось, капелюшка совсем. Сейчас мы попробуем зарядник сам, шнур, который в комплекте был. Я подключу его через блок в сеть 220. Так, вот, вставляем зарядник, проверяем. Собственно говоря, через зарядку он тоже работает. Стало быть. Работаем дальше. Смотрим заодно, насколько лак быстро застывает. Нет, в общем-то нормально. Вот первый слой лака я вижу уже немножко белеет, он застыл. Поэтому мы сейчас просто выгрузим вот это все дело, все, что осталось от лака. Ага, лак кончился. Вот как раз. Добавим туда немножко изопропила. Да, вытяжка нужна просто однозначно здесь. И немножко выцедим. Как бы так прочистить. Даже капелька здесь потекла на сопле. Да, похоже, он уже нормально прочистился. Ну вот как-то так, в общем-то. Ну, я думаю, как разбирать прочищать аэрографы, многие знают. Из вас, как говорится, кто пользовался, что могу тут сказать. Конечно, это не такой уж прямо тест, чтобы понять каждому, кому для чего подходит данный аэрограф. По сути, это, конечно, игрушка. Назовем ее так. Но. В моем случае, допустим, в зимний особенно период, в условиях мастерской очень-очень сложно контролировать температурный режим. Много, что называется по-русски сказать, гемора. Поэтому вот и было принято решение что-то найти альтернативу.
Покупать дорогущие варианты там со шлангами совсем за 3500, там за 4000, за 5000, навороченные какие-то брендованные, просто тупо не хотелось. Потому что это, во-первых, лишняя трата денег, и самое главное, это лишний объем. Это занимает место все эти шланги. У меня есть, да, самодельный компрессор для краска, для аэрографа, для краскопульта я везде использую, для бензиновой горелки, для всего, универсально. У меня есть профессиональный аэрограф, тоже подарок от супруги. На пару лет назад она мне дарила целый набор, там абсолютно все есть. Я работаю им, работал им именно по покрытию вот украшений на финише, финишное именно гальваническое, господи, именно финишное лаковое покрытие. Я работал вот именно по украшениям, не кондитерское там, ничего, как говорится, такого. Вот, все устраивало, но в зимний период приходится немножко тяжеловато с отоплением, как я уже говорил, тяжеловато именно с реализацией вот. Вот такого вот покрытия. И приходится переселяться в дом. В доме, конечно, это тяжело, потому что сейчас вот запаха тут хватает, конечно. То, что это все-таки тест, видео. Хотелось быстрее поделиться с людьми, с вами, ребят, что вот такая вот. Вот такая вот фигня в Китае продается, скажем так. Но фигня в хорошем смысле этого слова. Я не знаю, насколько его хватит. Я не знаю. В моих целях. Лакирую я не так часто. Именно вот по финишу. Поэтому. Может быть, и надолго хватит. Но плюсом здесь что? Что это все, в принципе, разборное. Главное, чтобы был жив сам компрессор. Здесь вот у него запрятан аккумулятор. Аккумулятор, я думаю, этот можно купить отдельно. На крайний случай просто заменить, выпаять и работать через кабель зарядки. Как вариант просто. То есть внутри вот такая вот начинка. Не знаю, видно, не видно. Туда я не стал лазить, сильно разбирать. Вот показываю данные аккумулятора. 500 миллиампер, 7,4 вольта, 3,7. А, 7,4 плюс 7,4 вольта. Хрен пойми, что это. 2012 год еще, боже ж ты мой. Сколько же ему лет-то? Кошмар какой. 7,4 вольта, 3,7 VH. Вообще-то тоже вольт должно быть. Вольт часов или что? Ну ладно, не суть. Главное, что его, в принципе, можно найти, да, купить, заменить и так далее. Все заменяемо. Скажем так. Вот, значит, са. Сейчас поставлю его на зарядку. Засеку время, посмотрю, сколько времени ему нужно, чтобы полностью зарядиться. И да, на самом деле, индикатор, сейчас покажу поближе, он работает. Индикатор зарядки у него вот горит красным. Я заряжаю вот таким вот блоком. Я его использую на своем самодельном паяльнике. Кстати, кому интересно, классная идея получилась. Ролик тоже у меня присутствует. Я ссылку добавлю. Получается, что паяльник сетевой из паяльника, опять же, с Китая, USB-шного, был сделан резак. Резак для пенопласта и же с этим материалов. Я из них делаю упаковки. Поэтому ссылку покажу на ролик. Я думаю, многим будет интересно для своих целей. Сейчас вижу в интернете, что многие реализуют это из электронных сигарет и так далее. Вот. Поэтому этот блок у меня универсальный. Он очень довольно-таки мощный, потому что на выходе дает 5,5 вольт и 2000 мАч. И его хватает на любой прибор с избытком. То есть вот здесь тоже все заряжается. Я так понимаю, что индикатор позеленеет. И это будет сигналом, что эта хреновина заряжена. Вот. Ну и получается ситуация какова. В целях декора гальванопластики, защите органики и защите финишного покрытия декоративного слоя украшений этот аэрограф справился. То есть он себя как бы оправдал. За ту сумму, в которую он обошелся, там буквально. Ну, акция была 11.11, кто помнит, там как раз было мое день рождения, 13 числа, вот супруга решила сделать такой подарок. Он обошелся буквально 1200 рублей, если не меньше. Вот, и поэтому за те деньги, я думаю, даже если удастся покрыть, ну, хотя бы сотню украшений, он себя уже точно окупит. Не то, что окупит, а буду понимать, что дело того стоило. Но скажу одно, что да, там все на резиновых прокладочках абсолютно. Что вот на колпачках, на бочках, вот резиновый непилечек этот идет, назовем его так. Что вот там вот на соединении, то часть, куда игла входит, я просто не хочу опять разбирать, намучился вчера. Она просто вот, сама вот эта вот основа, куда игла вот как бы входит, сопло это, оно вставляется в корпус через резиновую такую же вот прокладочку. А вот эта часть вот на резьбе,
крепко затянул. Да, вот эта часть на резьбе, она просто ее придавливает туда. Поэтому изначально, когда я его вот в первый раз тестировал на воде, получилось так, что он просто в режиме работы, когда кнопку на компрессоре нажимаю, он в режиме работы, получается, что стравливал лак до того, как я нажму кнопку. То есть в режиме включения, извиняюсь. А в режиме работы начинал плеваться. Я его весь перебрал, промыл, заменил все, что можно заменить и так далее. И, в общем-то, ладно, я вот сейчас разберу специально для вас все, покажу, что у него внутри. Здесь вот регулировка идет. Вот эта часть игла. Снимаем ее. И вот сама игла. По сути, ее нужно каждый раз протирать. Игла, не знаю, как это все запатинированное было изначально. Не знаю, почему так. Ох, я надышался лаком. Беру также изопропил. И просто ее протираю хорошенько. Вот. И вставляю обратно. Вставлять надо аккуратно, потому что она там упирается все время во что-то. Вот, до упорчика я ее туда впихиваю и фиксирую. Все. Вот здесь вот тоже идет регулировка. То есть вот, допустим, если смотреть вот сюда, положение по часовой прикручиваю. Подача меньше. Я ее до талого не затягиваю. Кстати, вот отличие это как раз вот, почему я говорю, что ниппеля там нету. Вот видно, кнопка, по идее, она вот, прежде чем, когда в холостую воздух травит, воздух бьет в ниппель, и эта кнопка как бы вышибается. Нажимая эту кнопку, вы открываете ниппель, а здесь она просто проваливается. То есть у меня есть мысль туда, наверное, все-таки пружиночку вставить, чтобы она хотя бы немножко, ну, не так уж висела. И да, у нее вот концевик пластиковый, который закупоривает отверстие, он тоже пластиковый. Но сама концевая там внутри часть, кто знает систему аэрографа. Поэтому на моем вот профессиональном аэрографе там она металлическая, латунная. Здесь она пластиковая, тоже стоит иметь в виду. Не знаю, насколько это все хватит. Но будем надеяться, что он поработает. Да, что-то много я говорю. Прошу прощения сразу, ребят, что я вот так вот как бы, ну... Скажем так, я не профессионал в этом деле. Я просто любитель, которому вот до этого супруга подарила данный предмет. И сейчас подарила тоже в том числе. Это все компактно, это все бюджетно. Но это все, скажем так, не в профессиональных целях, а для любителя. В данном случае получается, что я любитель, скажем так. Но использую по работе. Вот и все. То есть вот лак уже высох, он очень быстро высыхает. Это что-то типа акрила, но что-то, видимо, покруче, я так думаю. У меня сейчас есть мысль еще, конечно, попробовать непосредственно из аэрозоля акриловый лак заправить. И может быть, я сейчас это даже сделаю. Давайте, я в данный момент взял старый добрый глянцевый лак Куда, акриловый, универсальный. Как по мне, самый лучший лак. Пользуюсь им уже лет, наверное, 9. Никаких проблем пока не испытывал. Он, во-первых, безопасен для кожи и даже для детей, для организма. Это уже проверено по опыту, скажем так. Никаких проблем не возникает с ним. И сравнимо недорогой в наше-то суровое время, где все в кругом бренды, бренды, бренды. Нет, он недорогой. Опять же, у него срок хранения 8 лет. Как это ни странно. Даже доходит до того, что я просто-напросто разбираю баллончики, когда они кончаются почти полностью, и сливаю его в колбу. Сливаю его в колбу и там пользуюсь. Что вполне получается оправданно. Что сказать, значит, я его залил. Я его залил сюда вот. Смотрим. Сначала протестим на листе, опять же. Я его тоже не развожу, прошу заметить. Это прямо из аэрозоля. Чувствуется, что тяжелее, но он вылазит, скажем так. Он выходит. Теперь проверим на подвеске. Уже кончился. Мало капнул. Да. Очень как-то быстрый расход. Не знаю, это вот с чем связано. То ли такая скорость у него крутая, у аэрографа, то ли что. Добавим еще. Добавляю буквально вот капелюшечки совсем. Не знаю, видно, не видно. Ну, буквально капельку. Потому что смысла не вижу.
все это пользовать. Смотрим. Да, вижу, он наносится. Думаю, вы тоже видите. Вот, в общем-то, он опять кончился. И получился у нас вот такой вот хороший глянцевый равномерный слой. В общем-то, я прямо вспомнил, как последний раз я пользовался аэрографом 3 года назад. Прям старые добрые времена, когда был только CUDA, никаких более смесей, ничего такого не было. Ладно, прочистим сопла. Ну, я думаю, хороший тест прошел, который полезен не только, как говорится, лично мне, но и вам. Вот, почему? Да потому что просто-напросто... Я уже теперь знаю, что мне не нужно заморачиваться и разбавлять эти лаки. Что CUDA, то иные. И получается, что у нас, в общем-то, вот такой вот боекомплект. Я сложу вместе, чтобы было. Вот. Получается такой вот комплектик боевой. Опять точно так же разберу, посмотрю иглу, прочистим сопло. Профессиональным аэрографом с этим строго, который у меня вот есть, потому что там чуть-чуть вот не прочистил, все. Такое застывание идет, что мало не покажется. Так, немножко изопропильчика. И вставляем обратно. Так, ну и что, пожалуй, подводим окончательные итоги. Что я могу сказать? Достойный подарок от моей супруги. Неплохое исполнение, идея вообще, в принципе, мне очень нравится, аккумуляторный аэрограф. Это, прежде всего, очень компактно. Это очень компактно. И в условиях мастерской, особенно в моих условиях на данный момент, потому что пока у меня нет отдельного помещения для мастерской, это будет просто незаменимо. То есть теперь вот этот вот полный боекомплект, начиная от корпуса, где происходит лакирование, заканчивая вот всем необходимым, кто захочет пойти, допустим, по стопам и повторить все то же самое сделать, купить такой же аэрограф, использовать те же материалы. Вы можете смело это делать. Во всяком случае, результат мне понравился. Особенно, если я говорю, вот видно, уже он высыхает. Особенно, если у вас, вот, допустим, ну, скажем, не знаю, вот, пользуетесь акриловым лаком, но не аэрозолью, или нет возможности или желания использовать аэрозоль, потому что у нее все равно площадь-то покрытия, она выше, чем у аэрографа. Аэрограф бьет точечно, как ни крути. Вот. Смело могу рекомендовать данный прибор. Мне он понравился, скажу так. Вот. Надо, конечно, приноровиться. Надо еще понять, что к чему, как, какую скорость, какую, ну, что как выдает. Я, наверное, даже еще потом в процессе чем займусь, это вспомню старые добрые холодное эмалирование, разведу красочку, заправлю туда и попробую именно покрыть краской. Может быть, даже есть мысль попробовать, даже в виде теста не краску, а графит развести и покрыть тот же вот этот вот лист, к примеру. Пусть он у нас останется, скажем так, тестовым. Мы вот на нем и будем проводить наши эксперименты дальнейшие. Вот, поэтому, кому интересно, ставьте лайки, не скупитесь, подписывайтесь на канал и задавайте вопросы. Я всегда рад ответить, как говорится, особенно те, кому действительно это интересно, кто действительно хочет пойти, как говорится, по следу. И сделать то же самое, и может быть даже лучше. У кого какие дополнения, идеи будут, пожалуйста, пишите, тоже буду рад. Если действительно объективное мнение, то я его с удовольствием использую и применю. Вот, в общем-то. Поэтому всем пока, удачи, не бойтесь экспериментировать, как говорится, пробуйте, и дано вам будет.
Удачи!